Здравствуйте! Вас приветствует историко-культурный центр Никольский храм. И сегодня я хотела бы вам рассказать о празднике Пасха. Пасха отмечается 19 апреля, и для православных христиан это великий праздник. Праздник Пасха является продвижным и отмечается каждый год в разное время. От него зависят и все остальные праздники – Вознесение Господне, Троица. Празднование Пасхи является самым продолжительным – 40 дней. Верующие приветствуют друг друга со словами «Христос воскрес, воистину воскрес!». При этом троекратно целуют друг друга в щеки. Этот обычай называется «христосование». Считается, что в этот день Иисус Христос воскрес. В ночь с субботы на воскресенье верующие посещают храм, где происходит всеношная молитва и крестный ход. После этого все верующие спешат поднести свои традиционные блюда на освящение священнику. После службы верующие накрывают праздничный стол, который назывался пасхальный, с обязательным присутствием на этом пасхальном столе куличей, крашеных яиц и творожной пасхи. Первым всегда съедается крашеное яйцо, причем разбить скорлупу надо друг от друга. Яйцо считается символом вечной жизни. Яйца принято давать родным и близким. Считалось, что пасхальное яйцо в кармане – это оберег от болезней и сглаза. С куличами тоже связано народное поверье. Считалось, кто первый после службы добежит до дома с куличом, у того будет самый богатый урожай. Существует очень много примет, связанных с погодой на Пасху. Они имели большое значение для наших предков. Расскажу вам некоторые из них. Если пасмурно, значит и лето будет холодным и пасмурным. Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай. Если в этот день гроза, то и осень придет поздно и будет сухой. А если в воскресенье тепло и ясно, лето будет солнечным и урожайным. И, конечно же, наш историко-культурный центр Никольский храм тоже готовится к этому великому празднику. И сегодня мы вам обязательно покажем нашу подготовку.